На сцену приглашается конкурсант под номером 4 Терлецкая Арина. Вторая возрастная категория. Конкурсное произведение «Ведьма-речка». На лысой горе чертов камень лежит, из-под камня от того ведьма-речка бежит. Пусть прозрачна на вид ведьмы-речки вода, и не надо ее никому никогда. Шаруй душу чужую, чтоб не было нужды, не перепой в случае ведьминой воды. Не зря дом спрятана в крапиву и пепель, и ты ее подряд не пей. Шаруй душу чужую, чтоб не было нужды.